Вставай, мы проспали. А папа опять дома нет. Ох, вы чего раньше меня не разбудили? А ну-ка быстро собираться. Мам, а может нафиг школу, а? А уж нафиг бутсы, а? Быстро сказала. Школа так школа. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Мама, я готова. Илья, ты кеды взял? У тебя тренировка сегодня. Да взял я, взял! Мам, давай быстрее, опоздай! Да иду, я иду. Папа теперь другая семья, он нас бросил. Ты врешь, папа нас любит. Машенька, у папы сейчас новая должность. Он вынужден много работать. Мам, я не маленький, я все понимаю. У папы теперь любовница. Дело-то житейское. Где ты таких слов нахватался, а? Ты взрослая женщина, должна понимать. Так дома об этом поговорим, житейское. Машенька, вы должны оба запомнить, что папа нас очень любит. Я не хочу, чтобы папа уходил. Ой. А у кого-то, между прочим, скоро выступление. Как там? Принцесса на горошине промучилась всю ночь? А почему? А почему мне было спать не мочь? Умница. Все, бегите, а то звонок скоро. Пока, мам. Пока. Пока, мы хорошие. Илья, давай быстрее. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Mm-hmm.
О, салют. Привет. Ну, давай, демонстрируй. Шик. Слушай, они будут просто визжать от восторга. Можно подумать, что иностранцы ничего не понимают в керамике. В том-то и фишка, подруга, что они все понимают. Слушай, это же огромных денег стоит. Я, само собой, приму все безвозмездно, а ты можешь отлично заработать. Слушай, я ничего в этом не понимаю. Я понимаю. Спасибо большое. Создаешь страничку в соцсетях, сидишь дома, ваяешь. Да есть у меня страницы, только клиентов нет. Я тобой займусь. Самое главное, мы все красиво-красиво отфоткаем, потом нарастим тебе подписчиков, от клиентов отбоя не будет. Что такое? Опять ночевал дома? Слушай, подруга, может, я, конечно, не гожусь с ними психологи, но работа в журналистике кое-что стоит. Твой Виктор – отличный мужик. Между прочим, он мне всегда нравился. Да, я все понимаю. Только... кажется, он нравится не только нам с тобой. Зачем? А вдруг у него случилось чего? Лен. Лена, поговори с ним вечером. Лена, ну ты же взрослая, умная женщина. Лен, привет. Слушай, дай мне, пожалуйста, чистую рубашку. Я... Лена. Лен, тихо. Только я прошу тебя, тихо. Я виноват, правда, клянусь, последний раз. Лен. Ну, слушай, я тебя предупреждал. У меня отчетный период, пришлось заканчивать. Закончу? Ну, в общих чертах, да. Молодец. Ты знаешь... А дети у меня сегодня спросили, папа уже от нас ушел или только собирается? Чего? Ведь только не надо притворяться. Мы же договорились, что будем честными друг с другом. Если ты собрался от нас уйти... Лена, ты что несешь? Если ты собираешься уйти, просто скажи об этом. Лена, успокойся. Я спокойна. Лена. Я спокойна. Витя, я спокойна. Ты месяц не ночуешь дома, но я спокойна. Ты приходишь домой только для того, чтобы помыться в ванной и поменять рубашку, но я... Хорошо, я тебе обещаю. Ведь истерик никаких не будет. Просто скажи, ты собираешься от нас уходить, да? Лена, мне теперь приходится вкалывать в два раза больше. В чужой постели, да? Лена, ну что ты говоришь? Ну, иди ко мне, Лена. Ну, у меня кроме тебя никого нет, правда, послушай. Витя, я была у тебя в офисе. Охранник сказал, что тебя не было на работе весь день. Это что? Вот это вот чеки, да? Чеки на мебель, на люстры, на занавески. Где это все? Где? По-моему, у нас дома этого нет. Не правда ведь? Ты что, считаешь, что я дура? А? Одевайся, поехали. Куда? Поехали. Узнаешь. Пойдем. Лен. Смотри. Нравится? Что нравится, Витя? Дом нравится? Ну, нравится. Ты же мечтала о доме. Принимай.
Неужели это правда? У меня есть дом! Не волшебник, но я старался. Месяц тут пропадаю. Почти все успел. Если бы у кого-то было больше доверия. Мой муж волшебник. Мой муж настоящий волшебник! Пойдем, я тебе второй этаж покажу. Правда, я там не все успел доделать, но лучше так, чем твои подозрения. Пойдем. Смелее, смелее. Ну, как тебе мой сюрприз? Не могу в это поверить. Ущипни меня. Не здесь. А где? Пойдем. Пойдем, пойдем. Нет, стой. Стой. Закрой глаза. Ну, закрой. Не подсматривай. Не буду. Честно? Угу. Так, аккуратно, я тебя веду. Стой, стоп. Так, осторожно, порог. Так. Ну, а теперь открывай. Ну? Это твоя мастерская. Я об этом с института мечтала. Ущипнуть? Нет. У меня есть другая идея. Да? Да. Какая? Прости меня, пожалуйста. Я столько себе напридумывала, чуть с ума не сошла. Прости. Это ты меня прости. Так хотел сделать тебе сюрприз, а пришлось молчать. Все, все. Больше никаких секретов. Сегодня же привезем детей сюда и покажем им их новый дом. Согласен. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо. Мам, здесь так клёво. Можно хоть футбол гонять. Илья, прекрати носиться. Лучше вещи свои в комнату отнеси. Илья мне не помогает. Так, ты зачем здесь игрушки раскидываешь? Быстро все собирай. Мама, я есть хочу. Бутерброды там, перекусите перед ужином. А? Ну, как вы тут? Прекрасно. Маша, почему игрушки на полу, ну? Нашли? Ага. Телефон. Ты слышишь? Да, слышу. Свет, привет. Лен, извини. Была на планерке у главного. Случилось чего? Ты сидишь? Вроде да. А что? Ну, смотри, я предупреждала. Свет, мы переехали в новый дом. Шутишь? И ты ничего не сказала? Света, ты была абсолютно права. Витя устроил мне грандиозный сюрприз. Он купил новый дом втайне от меня и целый месяц наводил здесь порядки. Представляешь? Ты что, Лен? Таких, как твой Витя, один на миллион.
Свет. Держи его, а то уведут. Я хочу, чтобы ты приехала к нам в гости. Эх, я бы хоть сейчас, но мне завтра в командировку. Я утром по пути в аэропорт заскочу. С новосельем, подруга. Ладно. Тогда пока. Пока-пока. Светка, я так счастлива. Все, Вит, заканчивай работать. Угу. Боже, как мне нравится этот дом. Определенно, я в раю. Так, быстро убирай планшет. Ну, раз так, может, нам подумать над тем, чтобы завести третьего ангелочка. Места теперь всем хватит. Я не против. Ну, так, может, сейчас и приступим. Дети, спускайтесь, пора ужинать. Наконец-то у меня своя комната. Да, Машенька, и у тебя, и у брата. Илья мне не будет мешать репетировать. Это ты не мешаешь со своими криками. Я не кричу, декламирую, чтобы лучше запоминалось. Да я уже сам твою роль запомнил. Ах, почему мне было спать не в мочь? Мама, он опять меня передразнивает. Илья, прекрати дразнить сестру. Между прочим, выучить роль не так просто, как тебе кажется. Да, карандаши, хватит ругаться, давайте кушать. Жить. А внутри еще лучше. Пойдем покажу. Я не могу, не могу, у меня так свистит. Тогда бегом! Слушай, ну ладно. А этажей сколько? Два. И все мои! Боже! Тут, Виктор Сергеевич, они считают, что наши аудиторы привели не все данные. Олег, потом разберемся. Хорошо. Лен, ты как тут? Лен. Все в порядке? Извините, обознался. Просто вы похожи на мою жену, извините. Правда? Это очень хороший знак. Значит, сработаемся. Вера, ваш новый зам. Вера, ну как же. Сергей Иванович говорил мне, что нашел нового заместителя. Рад знакомству. И я рада. Я читал ваше резюме, впечатляет. Спасибо. Сергей Иванович и мой муж хорошие друзья. Так что я вас вроде как по протекции. Но я отличный аудитор. Надеюсь, вы в этом скоро убедитесь. Не сомневаюсь. Забыл представиться. Виктор Сергеевич. Очень приятно. Ну, восторгайся. Слушай, ну у меня просто нет слов. Вот все идеально. Твой Витя золото. Смотри, будешь его обижать, предоставлю ему политическое убежище. Да-да-да, и статус лучшей подруги мне не помеха. Обещаю, больше не буду. Слушай, все, я на самолет опоздаю. Подожди, ты что, даже чай не попьешь? Чаи, торты, промывание мозга в целях профилактики, все в следующий раз.
Я тебе обещаю. Ну, как вы устроились? Все хорошо? Все хорошо, Виктор Сергеевич. Занимаюсь сверкой отчетности. Уже? Не люблю терять времени даром. Это хорошо. Хотя с отчетностью у нас полный порядок. Я надеюсь. Может, просто ошиблись с номером? Видно, он же четко сказал. Тебе вообще не нужно было идти с ним на контакт. Вить, да я не шла с ним на контакт. Он сам вышел со мной на связь и сказал, что ему понравились мои работы. А потом по какой-то причине начал вести себя агрессивно. Мне страшно, Вить. Не бойся, все будет хорошо. Если надо, мы обратимся в полицию. А мы не можем это сделать прямо сейчас? Лен, сейчас нет явных причин паниковать. Ну что, он угрожал тебе? Нет. Оскорблял тебя? Тоже нет. У нас даже заявление не примут. Ну, неужели ты хочешь сказать, что мы не можем ничего сделать? Знаешь что, я обращусь к нашим спецам из тех по безопасности. Они вычислят этого идиота, и я с ним разберусь как надо. Ну, ладно. Я не дам тебя в обиду, поверь. Можно? Ладно, милая, давай дома обо всем поговорим. Да, но если этот тип опять выйдет на связь, дай мне знать. Все хорошо, целую. Давай, пока. Я вас слушаю. Виктор Сергеевич, да. Я вот здесь нашла одну серьезную ошибку. Посмотрите, в реализации за второй квартал фигурирует цифра за полугодие. Такого быть не может, я сам все проверил. Может, к сожалению. За квартал 320 миллионов, а за полугодие 640. Проверим. Действительно ошибка. Впервые в моей практике. Ничего, с каждым может произойти. Да нет. За такие ошибки карьера расплачивается. Я уже все исправила. И в отчете, кстати, тоже. Спасибо, Вера. Вы знаете, если я как-то могу вас отблагодарить, то... Ну, о чем вы говорите, Виктор Сергеевич? Я просто выполняла свою работу. Это моя работа. Хотя... Знаете, я человек открытый. И мне кажется, чтобы работа спорилась, начальник и его зам должны хорошо ладить. Согласен. Поэтому я приглашаю вас... На ужин. Поужинаем семьями. Я вас с мужем познакомлю. Хорошо. Я подумаю. У меня много работы, я пойду. Вера? Да? Спасибо вам еще раз. Не за что, Виктор Сергеевич. Специально я туда сунула. У меня телефон сутки без зарядки. Ты все равно в игры играешь. Еще раз ее возьмешь, получишь. Какой красивый, мам. Что ты говоришь, милая? Можно я надену его на спектакль? Нет, Машенька, на спектакль я тебе дам другое. Это мы оставим дома, ладно? Ну, мам! Иди к себе. Ну, ладно.
Виктор Сергеевич, вызывали? Да, Андрей, проходи, садись. Слушай, Андрей, ты же у нас крутой айтишник, так ведь? Ну, вроде того. Скажи, а вот ты можешь вычислить одного пользователя социальной сети, ну, узнать его там личные данные, адрес? Могу. Но, Виктор Сергеевич, вы же понимаете, это не совсем законно. Это моя личная просьба, Андрей. Просто, знаешь, кто-то дважды взломал профиль моей жены, звонил, угрожал. А банковские данные вашей жены крали? Нет, все банковские переводы я делаю через свой компьютер. Тогда полиция вряд ли вмешается. Нет, конечно, дело для проформы могут завести, но реально им заниматься никто не будет. Вот поэтому я и обращаюсь к тебе. Андрей, это нужно лично для меня. Очень. Хорошо, я дам вам одну шпионскую программку. Установите ее на компьютер жены. Надежная ловушка. Вот это мужской разговор. Спасибо, Андрей. Да, ведь. Лен, срочно собирайся, едем в гости. В гости? Прямо сейчас? Ну да, прямо сейчас. А дети? Ну что дети? Дети дома одни посидят. Ну, и куда мы приглашены? К моему новому заму. Ее зовут Вера. Послушай, ее муж – приятель Иваныча. Приезжай, отдохнешь. Ладно, вызову такси. Ну, как ты? Устала, сил нет. Примчалась по первому зову. Оцени, как я тебя люблю. Оценил. Ты у меня самая лучшая жена на свете. Уверен, тебе скучно не будет. Вера тебе понравится. Пойдем. Так быстро успел ее узнать? Да, с первого взгляда. Вот и в тебя влюбился с первого взгляда. И не ошибся. Взгляд, как у орла. Ну, ты смеешься, она, между прочим, нашла ошибку в моих отчетах. Спасла меня, можно сказать. Значит, это у нее взгляд, как у орлицы. Как дети? Обещали не ссориться. Хорошо. А, кстати, этот тип больше не звонил? Я кое-что предпринял. Если он еще раз побеспокоит, мы его быстро вычислим. Пойдем. Если зарплата Веры теперь зависит от ваших заказчиков, то я готов свести кое с кем. Результат увидишь сразу. Спасибо, Денис Борисович. Ваши люди не пожалеют. Ну, тогда давайте за знакомство и за удачу. Да. Ура! Лен, а ты чем занимаешься? Ой, прости, что на «ты». Вырвалась. Да нет, я только рада, что на «ты». Я закончила художественное училище, но художником так и не стала. Вот сейчас расписываю вазы, но это так, как хобби. Вот Витя говорит, что он загубил мой талант своей любовью. Кстати, хотите, я подарю вам свои вазы? Да. Лена, ты знаешь, а ты счастливая женщина. Вот ты знаешь, что не всем так везет? И талант, и любовь, да? Она моя гордость. У нее золотые руки и душа. А ты, Виктор? Ну что же это? Ну я опять на «ты». Ну прости. Ну давай так, давай вне работы мы на «ты». Я обещаю, на работе это не повторится. Или с начальником это как-то не камильфо. Без проблем. Вот я считаю, что талант зарывать нельзя, потому что Лена, мужчина, а никто, они эгоисты. Да. Эгоисты абсолютные. Вот если бы не мой характер, Дэн бы тоже запер меня дома. Да. А я считаю, что женщина должна развиваться. Ну и в конце концов, ну а зачем раздаривать? Ведь можно же продавать. Виктор, ты не против, если у Лены расширится дело? Да, конечно. Но где найти покупателей? О, с этим у нас проблем не будет. У нас есть приятель, который владеет сетью магазинов подарков. Да, Дэн? Дэн? Да. Он посмотрит на твои работы, и если они ему понравятся, он закупит очень большую партию. Ну, конечно, если ты согласна. Я
Ну, конечно, я согласна. Знаете, Витя подарил мне огромную мастерскую. Это мечта всей моей жизни. Приезжайте в гости. Заодно я покажу вам свои работы. Да. У Дэна даже на меня времени не хватает, но я к вам загляну, я обещаю. Мне очень интересно. Вера, ты наша палочка-выручалочка. Брось, я когда вас увидела, я сразу же поняла, вы мои родственные души. Ну а почему не помочь, если есть такая возможность? Да, Дэн? Да. Да, конечно. За тебя. Волшебница, ты моя. За тебя, Вера. Ура! Ура! Спасибо вам огромное. Ну как тебе вечер? Не жалеешь, что дома не осталось? Ты знаешь, ты был прав. Она действительно хорошая. Кстати, ты не заметил, что она чем-то похожа на меня? Я когда ее впервые увидел, вообще за тебя принял. Даже неудобно было. Чего? Но спутать вас невозможно. Угу. Почему? Потому что она моложе и красивее? Нет, потому что ты моя жена. И я тебя люблю, угу. Да. Угу. И второй такой, нет, ты моя волшебница. Вера? Вера, что случилось? Это личное, Виктор Сергеевич. Так, давай без всяких Сергея чем-то. Я могу чем-то помочь? Ну что произошло? Вы его мужа любовница. Я точно знаю. Вера. Я знаю, что у вас вчера, наверное, сложилось такое впечатление, что я вышла замуж по расчету, он такой влиятельный, богатый, старше меня. Я его люблю. Я вышла замуж по любви. Мне сейчас так больно. Ну подожди, может, ты ошибаешься? Да я не ошибаюсь. Он по ночам не приходит домой. А когда возвращается, то от него несет за километр чужими духами. Ну, а ты говорила с ним? Да бесполезно. Бесполезно я для него. Я для него все равно, что вот предмет интерьера. Чем больше у человека денег, тем меньше он человек, Витя. Я не знаю, что мне делать. Тихо. Может, не уйти от него? Послушай, Лена меня тоже подозревала. Да, мне пришлось месяц не ночевать дома. Ну, там, рабочих контролировал, то мебель завозили. Ну, в общем, это был хорошо законспирированный сюрприз. Ну, а Лена подумала, что у меня любовница. Обиделась, понимаешь? Поэтому мой тебе совет. Выясни сначала все наверняка. Ты знаешь, Витя, Олене с тобой очень повезло, просто очень. Тебе тоже повезло, просто будь мудрее, вот и все. А муж мне твой понравился, сразу видно, хватки такой. Да, слишком хватки. Ты мне сейчас даже не представляешь, как помог мне. Этим разговором. А ты знаешь что? Ты отдохни сегодня. М? Мы без тебя справимся. Тихо. Все будет хорошо. Спасибо тебе. Ты прав. Я, наверное, пойду проветрюсь. Я ни о чем не могу думать. У меня мысли только все об этом. Витя, спасибо тебе большое. Прости, что без приглашения. Не помешало? Да нет, конечно. Наш дом всегда открыт для друзей. Лен, у меня для тебя есть очень хорошие новости. Один мой знакомый хочет посмотреть твои работы.
Ты не против, если я несколько штук заберу с собой? Вер, да конечно. Хочешь, я тебе дом покажу? Очень хочу. Заходи. А как же ты у нас справляешься с хозяйством, а? Как? Как в старом анекдоте, знаешь? Да, Лена, твой муж просто идеал. И как муж, и как начальник. Да, он у меня особенный. Обычно на юбилей свадьбы дарят украшения, а он вот дом подарил, семейное гнездо. Представляешь, я на него обижалась, не знала, где он пропадает, а он привез меня сюда, как в сказке, правда? Да, он мне рассказывал об этом. Говорил, что ты подумала, что у него появилась любовница, а на самом деле он занимался обустройством семейного гнездышка. Он рассказал тебе о нашей ссоре? Да, он захотел просто меня утешить. Я решила тоже, что мне муж изменяет, а Витя настаивал, чтобы я не делала скоропалительных выводов. Ну и как-то утрясла эту ситуацию, несколько раз подумала, прежде чем сделать вывод. Ну и рассказал мне о вашем случае. Интересно. Лен, ты прости меня, пожалуйста. Я, наверное, не должна была говорить о том, что я в курсе ваших взаимоотношений. Ничего страшного. Вот, выбирай, какие понравятся. Так. Прости, там рабочие приехали. Охранную сигнализацию устанавливать. Мне нужно им все показать. Ты можешь сама вазу упаковать? Ну да, конечно. Я все упакую сама и тут же уеду. Затем я тебе позвоню и расскажу, чем все закончилось. И да, Лен, ты знаешь, что ты просто талант. У тебя отлично получается. Спасибо. И спасибо, что помогаешь. Ну что ты мне в радость. Позвольте мне остаться, не гоните. Принцессе бедной помощи окажите. Ах, глазки. Ах, глазки не сомкнула, все тело в синяках. Всю ночь я проворочилась на ваших тюфяках. Ну как, пап? Отлично, молодец, почти знаешь. Маш, поздно уже, давай переодевайся и в кроватку, да? Спокойной ночи, пап. Спокойной ночи. Ленусь, хозяюшка моя. Ведь я хотела тебя спросить, а с каких-то пор ты стал таким откровенным? Обсуждай с другими женщинами наши семейные вопросы. А на работу у тебя всего несколько дней. О чем ты? Вера приходила за вазами. Угу. Понятно. Я просто привел наш случай в качестве примера. Хотел помочь ей разобраться. Только и всего. Что из такого? Ты можешь помогать своим сотрудникам сколько угодно, даже в личных вопросах. Только не нужно использовать меня в качестве наглядного пособия. Блин, хватит. Я просто не хочу, чтобы ты обсуждал меня с другими. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И помой посуду, пожалуйста. Мам, где наши фотки? Классная просила принести. Мы в классе проект будем делать. Тема наша дружная семья. Садись, ешь. Я сейчас принесу. Угу. Приятного аппетита. Спасибо. Выбирай.
Чего так долго? Яичница чуть не сгорела. Да, я кулон искала. Ну, где-нибудь в нераспечатанных коробках. Не зря говорят, переезд все равно, что пожар. Я помню, куда я его положила. Машенька, ты не брала кулон? Ты же мне собак запретила. Маш, скажи честно, я не буду тебя ругать. Ты же знаешь, как этот кулон для меня дорог. Это кулон моей мамы, твоей бабушки. Нет, мам, я не брала. Честно. Мам, а где остальные наши фотки? Наверное, потерялись при переезде. Ну, или наша мама забыла их на старой квартире. Ведь я пока не страдаю склерозом. Я сама помню, как положила все фотографии в альбом, а потом сложила это все в коробке. Ну, ты что, правда думаешь, что в наш дом пробрались воры и украли фотографии Ильи и кулон твоей матери? Илья, выбери пока из того, что есть, а я сегодня съезжу на нашу старую квартиру и там посмотрю. Можно? Да. Вить, тут бумаги на подпись. Я все проверила, можешь спокойно подписывать. Вить, я чувствую себя немного виноватой. Я случайно рассказала твоей жене о нашем с тобой разговоре. Наверное, не стоило этого делать. Прости. Все нормально. Ты так из вежливости говоришь. Вер, моя жена все поняла правильно. Ладно. Кстати, ты помнишь, ты сегодня обещал меня отпустить по личному делу? Да, конечно, без проблем. Спасибо. Да в том-то и дело, что нет. Очень странно все это. Ладно. Куда? Это опасно! Отпустите! Отпустите! Это моя мастерская! Сочувствую, но подходить ближе нельзя. Как же так? Ну, как же? Мастерская сгорела. Скажите соседям спасибо. Они увидели дым и вызвали нас. Так бы весь дом сгорел. Вам лучше отойти. Здесь опасно. Стоксэм — это международная компания. Мы просто не имеем права на ошибку и... Извините. Алло, Лен, у меня совещание. Я... Что? Я сейчас буду. Лен! О, Господи. Ты как? Витенька, миленький, все сгорело. Товарищ лейтенант, я владелец дома. Скажите, а пожар, а чего произошел? Возможно, замыкание. У вас здесь было полно картона, краски. Вот и вспыхнуло. Эй, ну не плачь, я все отремонтирую. Ведь ты не понимаешь. Это была моя мечта, а ты ее исполнил. А я даже поработать здесь не успела. Ведь забери из школы детей. Да, конечно, конечно. Я сегодня не могу сесть за руль. А где мама? Почему она не ужинает с нами? Мама разболелась голова, она легла пораньше спать. Ты что, совсем ку-ку? Ты сама ревешь за каждой потерянной игрушки. А у мамы сгорела целая мастерская. Сам ревел, когда упал с велосипеда. Я видела. Врёшь. Так, дети, не ругайтесь. Починю я маме мастерскую, и все у нас будет хорошо. Лена.
Послушай, ну... Я все понимаю, мне самому не по себе. Но жизнь-то на этом не заканчивается. Ну, я же сказал тебе, отремонтирую. Значит, сделаю. Или ты мне не веришь, а? Все это очень плохо, Витя. Ну, главное, что дом цел. А если хочешь работать, ну, работай в доме. Для нас это не проблема. Вообще ничего не хочу. Может, вообще перестану этим заниматься? Ну, не глупи, ну. Ну, что ты? У меня голова болит. Пойду таблетку выпью. Алло? Теперь поняла, что означают эти картинки? Кто это говорит? Это Файермен. Добро пожаловать в ад. Алло? Теперь поняла, что означают эти картинки? Кто это говорит? Это Файермен. Добро пожаловать в ад. Номер телефона, с которого вам звонили, зарегистрирован на некого Павла Карпухина. Но он умер 2 месяца назад. Умер? Это точно? Это самые точные данные по вашему делу. Умер Карпухин от паленой водки, так что вряд ли удастся быстро узнать, кто вам угрожал, Елена Васильевна. А его нельзя вычислить через социальные сети? Действительно, можно же как-то узнать этот IP-адрес Файермена. Он-то точно не на том свете? Вы знаете, и на этом свете можно успешно скрываться. Это ваш Файермен, или как он на самом деле, использует анонимайзеры. И при каждом входе в соцсеть IP-адреса меняются. А номер телефона в профиле Карпухина. Поверьте, наши технари делают все возможное. И номер, и страничка постоянно отслеживаются. Малейшая его ошибка, его сразу засекут. Подождите, а отпечатки пальцев? Он же был в моей мастерской. А пожары, Елена Васильевна? Даже если и были отпечатки пальцев, то они уничтожены. Вы знаете, я даже не уверен, что поджог совершил ваш этот виртуальный знакомый. Скорее всего, он узнал о пожаре и решил на этом сыграть. Вы знаете, такие люди, они очень любят театральный эффект. А если вы ошибаетесь? Если он опять что-то сделает? Да ничего он вам не сделает. Мы предотвратим любой его следующий шаг. Самое главное, вы не забудьте нам вовремя сообщить, когда он попытается с вами связаться через другой профиль или новый номер телефона.
Андрей, я уже загрузил твою эту шпионскую программу. Знаю, Виктор Сергеевич, но пока нет новостей. Похоже, этот тип решил затаиться. В соцсеть не выходит, с компьютера вашей жены тоже не лазит. Понятно. Полиция уже подключилась, но мне будет спокойнее, если ты будешь держать вопрос на контроле. Хорошо? Да, конечно. Появятся новости, сообщу. Спасибо, Андрей. Пока. До свидания. Лен, не переживай. Рано или поздно этого психа поймают. Главное, чтобы не было поздно, Вить. А вдруг он решит залезть к нам в дом? Нам же сказали, что еще не ясно, имеет ли он отношение к поджогу мастерской или нет. Не паникуй. А за дом может быть спокойно. Уже подключили охранную систему, плюс камеры. Мышь не проскочит. Расслабься. Ой, ну хочешь, я останусь дома? Я не для того его покупал, чтобы ты боялась. Ладно, Вить, ты прав. Езжай на работу, а я через 2 часа поеду за детьми, и мы будем вместе. Ладно. Лен, ты только держи себя в руках. Не хватало, чтобы дети узнали про этого психа. Не обсуждай это, пожалуйста, в их присутствии. Хорошо, ведь не буду. Езжай. Угу. И будешь выезжать, сигнализацию не забудь включить. Не забуду. Эти цифры придется пояснить. Витя. М? Ну, хватит уже. Мастерскую можно восстановить. Не в этом дело, Вера. А в чем? А вдруг ее правда специально подожгли? Да кому это нужно? Ну. Недавно в соцсетях Лене какой-то тип угрожал. И чего хотел? Да я понятия не имею. Но как только она его заблокировала, он тут же ей позвонил. Мне кажется, у вас какая-то ерунда в голове. Я таких типов каждый вечер баню. Да нет. Как я понял, он Лене прямо сказал, что пожар – это его рук дело. Тогда нужно заявить в полицию. Уже. Надеюсь, этого идиота поймают. Какие цифры ты говорила? Вот про эти, которые жирным шрифтом. Хватит ссориться. Да. А, здравствуйте, это Лена? Да, 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 это я. Я вот заказ через соцсеть делала. Еду к родне, хочу подарить что-нибудь оригинальное. Ваши вазы мне понравились. Нужно несколько штук. У меня сейчас нет ничего в продаже. Так мне через несколько дней. Будут? Нет. Извините. Дело в деньгах. Дай сюда планшет. Всю ночь я проворочилась. Отдай, а то я папе расскажу. Хватит орать! Не папа дал планшет, а ее отбирает. Мам, достала она меня уже. Скажи, что пошла в свою комнату. Иди делай уроки. Я сделала уроки. Повторишь, лучше запомнишь. Отдам, если обещаешь репетировать в комнате. Нет, мам, я хочу тут.
Я сказала нет! Почему ты такая злая? Всем спасибо. До свидания. Пока. Алло. Да, Сергей Иванович. Ну, как и договаривались, конец недели. Нет, завтра утром я просто не успею. Хорошо, понял. До свидания. Ну что, что звонил? Отчет нужен завтра утром. Ну что думает, я робот ему, что ли? Прости меня. Это я не со зла. Просто... Просто у взрослых тоже бывает плохое настроение. Но это не значит, что они не любят своих детей. Вот Алена. Она мне помогает, когда у меня плохое настроение. Но она тебе больше нужнее. Пусть она останется у тебя. Вы мое лекарство. А папа? И папа. А может, Алена хочет какао? И я хочу. Сейчас принесу. Дуешься, да? Я не девочка, чтобы дуться. Слушай, а хочешь, поиграем в твистера? А не пора ли нам подкрепиться? О, с таким залом хоть в бой, хоть в разведку. Так, это моя. Да, засыпался бы я с этим отчетом без тебя, спасибо. Да ну брось ты, за что? Мы же команда или как? Команда-то команда. Ну ты на часы посмотри, что твой муж скажет. Мой муж, по официальной версии, сейчас на даче у приятеля. Так что каждый из нас предается любимому делу. Он с любовницей, а я с отчетом. В смысле? Ведь, ну говорила я с ним, говорила. Ну, все без толку, врет, как на голубом глазу. Говорит, что не изменяет. Ну, я поверила. Сделала вид. Ну, может, правду не изменяет? Да. А ночью он не приходит домой. Все, я не хочу об этом говорить. Не хочу копаться в этой грязи, ладно? Так, это правая нога, правая рука. Правая моя? Да. Нет! Нет! Нет. Да. Подожди, подождите, у меня телефон! Ой. Я не могу! Ой! 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 Давить! Ну как вы там? Ну все хорошо. Ну этот псих не выходит у меня из головы. Да забудь ты о нем, Лена. Подождешь, когда мама договорит. А что там у вас? Да, мы играем. Все, я не могу больше. Кто-то проиграл. Слабак! Да, проиграл, проиграл. Футболист, защитник. Сама-то актриса начинающая. Да, слышу, весело там у вас. Да, слушай, Лен, я тут застрял с этим отчетом, так что ты меня не жди, ложись спать, хорошо? Ну, если что, звони. Ладно. Люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Пока. А можно вопрос? Давай, если он только не о смысле жизни. Нет, не о смысле жизни. А почему ты женился на Лене? Нет, я просто хочу понять, какими качествами должна обладать девушка, чтобы тебе понравиться. Послушай,
Ну, мне проще ответить, почему я женился на Лене. Так. Влюбился, вот и все. Ухаживал за ней несколько месяцев, цветы дарил. Рассвет вместе встречали. Однажды даже серенаду спел под балконом. Ясно. Значит, завоевал. А вот чисто гипотетически, если бы ты сначала встретил меня, ты бы женился на мне? Нет, ты не подумай это. Ну и вопросы у тебя, Лена. Нет, 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 это дело не в тебе. А дело в том, что просто мой муж, он совсем другой человек. Он не так верен, как ты, он не так заботлив. Он вообще не похож на тебя. Так вот, я думаю, может быть, дело-то как раз во мне. Может быть, с вами, мужчинами, нужно как-то иначе себя вести. А? Вера, я не знаю. Я не знаю, что советовать. Я же не психолог. Понимаешь, счастье – это же не математическая константа, так ведь? Да. Ну, главное знать, что важно, а что нет. А остальное, оно само как-то все образовывается. Вера, стоп. Почему? Что, я не нравлюсь? Нравишься, но из этого ничего хорошего не выйдет. Понимаешь, я так не могу. Как так? Послушай, ну, зачем разрушать то, что между нами появилось? А что, тоже появилось? Вера, послушай, у меня жена, я люблю ее, у тебя муж. Ясно. Из этой интрижки ничего хорошего не выйдет, понимаешь? Понимаю, понимаю. Я понятливая. Такое, что с детьми все в порядке, Лена? Я так больше не могу. Что случилось? Мне приснился этот маньяк. Я схожу с ума, Витя. Я не Лена, хочу. Лена, я боюсь. Успокойся. Все, Витя. Тихо, я рядом. Я с тобой. Все, пойдем в дом. Пойдем в дом. Все я хорошо. Боюсь. Никаких маньяков больше. Все. Давай, давай. Любимая. Который час? 11. Я отключил будильники, чтобы ты выспалась. Подожди, как дети, как школа? Детей я отвез. Так что все в порядке. Прошу вас. Спасибо. А почему ты не на работе? Потому что я работал всю ночь. Я заслужил отгул. Так что я полностью в твоем распоряжении. Сейчас попьем кофе и займемся твоей мастерской. Ну, расчистим ее для начала и извини. Да, я слушаю. Виктор Сергеевич? Меня интересует один подозреваемый, который работает под вашим началом. Андрей Морозов. Знаете такого? Андрей, конечно, это наш спец по техбезопасности. Так вот, этот ваш спец несколько раз за последние дни выходил с своего IP-адреса и в компьютер, и в соцсети вашей жены. Но правда он утверждает, что делал это по вашей просьбе? Ну так и есть. Я действительно ему поручил. Так что же вы мне голову-то морочите? Между прочим, у нас и так дел хватает без ваших маньяков. Я объясню. Я обратился к Морозову до того, как маньяк, как вы выразились, позвонил моей жене. А в суете забыл вас предупредить. Вы знаете, если вашим айтишникам делать нечего, то наши загружены по самое горло. Между прочим, от их эффективности реально зависит чья-то жизнь. Послушайте, моя жена уже доведена до предела, поэтому... Ладно,
Извините, я могу как-то это компенсировать? Нет необходимости. Ладно, будут новости, я сообщу. Подождите, а Андрей, если вы его арестовали, то... Выпустим! Извините еще раз, если что-то не так. Вера? Привет. Привет, Вер. А ты чего? Что случилось? Нет, все в порядке. Хотела просто к Лене заглянуть по ее делам. А, ну она пошла переодеваться только что. Сейчас вернется. Надо же. Да. Ну, а мы вот тут убираемся. Пойдем посмотришь. Угу. Да, Витя, это просто ужасно. Я искренне надеюсь, что полиция найдет того, кто это сделал. Хотя, я бы на них особо не рассчитывала. Посмотрим. Вообще не факт, что фаермен и поджигатель – это один и тот же человек. Ну, по крайней мере, следователь так считает. Вит, ты прости меня, пожалуйста, за вчерашнее, ладно? Я обещаю тебе, что такого больше не повторится. Я не знаю, что на меня нашло какое-то затмение. Прости. Да забудь. Все нормально. Вера? Лена, привет! Ну, слушай, у меня для тебя есть очень хорошая новость. Наш приятель так заинтересовался твоими вазами, что хочет купить их для своего магазина. Супер! Лен, отличная новость. Ох, Витенька, что же мы теперь будем делать? Тут же совершенно невозможно работать. А я поговорю со своим мужем, он найдет тебе место для мастерской. Как тебе такая идея? Лена, ну у тебя же талант. Ну это нельзя просто взять так и зарыть. Ну соглашайся, я прошу тебя. Нет. Вер, спасибо тебе огромное, но я хочу работать дома. Тут Виктор, дети. Я не хочу их бросать. Так. Ну говори, что нужно делать? Что нужно делать? Ну для начала мы с тобой встретимся с заказчиком. Я обычно комплименты поставщикам не говорю, чтобы не зазнавались. Но ваша работа заслуживает похвалы. Теперь к делу. У меня несколько торговых точек. Предупреждаю. Нужно сразу думать о расширении ассортимента. Понимаете, у меня проблема с мастерской. Лена. Хотя, я справлюсь. Вот это по-нашему. Люблю решительных людей. Тут аванс. Остальное после получения основной партии. Держите. Это очень много. Знаете, это мой первый большой самостоятельный заработок. Спасибо, Вер. Очень приятно было познакомиться. Спасибо. Привет мужу. Обязательно передам. Спасибо, Глеб. Какой милый человек. Слушай, а я на себе уже крест поставила. Ну, крест на себе рано еще ставить, всему свое время. Значит, теперь тебе понадобится помощь. Если что, ты можешь обращаться ко мне. Ну и чем ты мне можешь помочь? В мастерской вазы красить? Ну, в мастерской вряд ли, но я, например, могу посидеть с детишками или приготовить что-нибудь вкусненькое. Лен, я серьезно, ты обращайся, ладно? Я все понимаю. Сейчас у меня полное затишье на работе, отчеты сданы, так что я к твоим услугам. Слушай, ну неудобно тебя напрягать, но если ты готова, я буду только рада. Конечно. Вот сейчас нужно поехать в магазин за материалами. Всегда рада. Магазин, материалы. Привет, мои хорошие. Привет, мам. Привет. Так, познакомьтесь, это Вера. Она работает у папы. Это наш новый друг семьи. Она будет вам помогать, пока я буду работать в своей мастерской. Какие вы красавцы, дети. Я очень надеюсь, что мы с вами подружимся. Здрасте, я Маша. Это мой брат Илья. Я сам могу представиться. Илья? Мне очень приятно с вами познакомиться, Илья. А я уже знаю, что тренер считает вас лучшим защитником. А кто
это у нас такая, а? Неужели это восходящая звезда экрана? Маша, мне твоя мама сказала, что ты готовишься к спектаклю. Кстати, я в детстве занималась в театральной студии, так что, если что, обращайся. Вы что, актриса? Нет, но я кое-что понимаю в театре. Супер! Ну, как у вас дела? Все нормально? Да, все хорошо. Мы с Верой столько всего накупили, там в машинках. Я понял, сейчас принесу. Спасибо. Илья! А покажешь мне, что ты рисуешь? Давай посмотрим. Этот соус по специальному рецепту. Хотела бы я соврать, что достался он мне от бабушки, но на самом деле я его взяла на просторах интернета. Так что ешь, что должно быть вкусно. Я люблю спагетти. Спасибо, тетя Вера. Мы все любим спагетти, особенно если соус. Ну, наконец-то, я уже собиралась за тобой идти. Садись, трудяшка. Проголодалась, наверное. Боже мой, это аппетитно выглядит. Правда вкусно. А мама нам жарит котлеты к макаронам. Милая, я обещаю, что я завтра пораньше встану и обязательно пожарю тебе котлеты. Нет, я хочу, чтобы тетя Вера нам приготовила завтра. Машенька, ты хочешь, чтобы я завтра опять пришла к вам? Да, и я, и папа, и мама, да, мама? Да, милая, мы все любим тетю Веру. Я вас тоже очень-очень-очень сильно люблю. А вы завтра со мной еще порепетируете? Ну, конечно, Машенька, сколько тебе будет угодно. С огромным удовольствием. Ешьте, ешьте. Приятного вам аппетита. Спасибо. Все, спасибо. Вер, даже не знаю, как тебя благодарить. Моя совесть уже просто кричит, хватит эксплуатировать чужого человека. Чужого? Да я не это хотела сказать. Ну, просто у тебя же есть какие-то свои дела. Ты знаешь... Мы тут подумали, наверное, лучше нанять няню. Ой, Лен, ну, ребята, пожалуйста, ну не лишайте меня этой радости. Я буду помогать до тех пор, пока ты не войдешь в рабочий ритм. И не забывай, я за тебя поручилась. Вер, тебе правда это не в тягость? Ну, конечно, правда, Лен. Хорошо. Тогда придет время, и я тоже тебе чем-нибудь помогу, ладно? А я уверена, что так оно и будет. Где папа? Привет, детишки! А ваш папа попросил меня сегодня вас забрать, так что прыгайте в машину. Как настроение? Хорошо. Ну, пристегивайтесь. А у меня для вас сюрприз, детишки. Завтра суббота, значит, уроки подождут. Выбирайте гамбургеры или кино, или все вместе. Хотите? Хотим, хотим. Лучше пиццу. Она не такая вредная. Тогда я сейчас позвоню вашей маме и устрою вам праздник. Если она разрешит. Договорились? Да. Ку-ку. Кофе выпьешь? Да, спасибо. Витя, дети когда приедут? Да вот только что звонил Вере, говорит, что подъезжают. Скажи, а тебе не кажется это удивительным? Ну, что она за такое короткое время привязалась к нам? Ведь я ей очень благодарна, но это как-то странно, правда? Лен, а тебе не кажется странным, что люди вообще перестали верить в нормальные человеческие отношения? Ну, что здесь странного? Вере нравится помогать. Делает она это бескорыстно. Ну, или почти бескорыстно, как-никак я ее начальник. Не смешная шутка ведь. И, кстати, никто ни для кого не делает ничего просто так. И ты это знаешь лучше меня. У моей жены очень богатая фантазия. Поэтому она и художник. Да. А насчет Веры, у тебя тут нет никаких причин для беспокойства. Правда?
Мы подъехали. Пойду встречу. Машенька, ну я же уже купила тебе платье для спектакля. Нет, мам, я хочу это. Это красивей. Так, Илья, аккуратней. У тебя игра скоро, смотри, не упади. Не упаду. Папочка, мы завтра поедем в дельфинарий? Ну, конечно, я же обещал. Но только встанем пораньше, потому что завтра мне надо еще на работу успеть. Ну, если ты не успеешь, то тогда тетя Вера нас отвезет. Пойду посмотрю, кто. Ладно, пойду в этом платье. Маша в машине забыла. Спасибо, Вера. Не за что. Послушай, ты не обижайся, конечно, но не стоит дарить детям такие дорогие подарки. У них и так все есть. Я просто люблю дарить. Если ты не заметила, у меня своих детей нет. Ну, хорошо, если тебе это не нравится, я перестану это делать. А почему у тебя нет своих детей? Я бесплодна. Вер, прости меня, пожалуйста. Ладно, мне нужно идти. Завтра муж меня тащит на обед с какими-то своими приятелями в какой-то ресторан. Нужно еще платье забрать. Конечно. Кстати, как дела там с нашим заказом? Еще 2 дня, и первая партия будет готова. Ну, это отлично, отлично. Отдыхай. Пока. Пока. Да нафиг этот дельфинарий? Девчачья развлекуха. Лучше на стадион. Нет, я никогда не видела дельфинов близко. Хочу дельфинарий. Пап, ты же обещал достать билеты на матч. Так, не ругайтесь. В следующий раз будет твоя очередь. На матч так на матч. Доброе утро. На, лучше мяч забери. Мам, ты поедешь с нами в дельфинарий? Милая, в следующий раз. Вить, у меня краски закончились. Нужно в Москву съездить. Давай завтра вместе съездим. Нет, если вас сегодня не распишу, они высохнуть не успеют. Все, я побежала. Всем хорошего дня. Пока, мам. Пока. Какая у нас мама занятая стала, да? Ты не забудь! Мне сегодня на работу. Помню, постараюсь успеть. Витя, а ты не видел мои ключи от машины? Нет. Но я же помню, что я их сюда положила. Может, в сумке? Да нет, в сумке. На, держи. Запасные принесу. Да, слушаю. Ой, извините, что я вам не позвонила, забегалась. А можно я вам через 2 недели перезвоню? Понимаете, у меня мастерская сгорела. Да, восстанавливаем. Я бы хотела, чтобы вы сделали фотографии моих работ в моей же мастерской. Отлично, договорились.
Лен, не слышала, как ты приехала. Просто ты был слишком занят. Привет, Лен. Насколько я помню, сейчас ты должна быть с мужем? Или что-то изменилось? Да, но не совсем. Дети, быстро в свою комнату! Что все это значит? Ты сам все слышал, Вить? Сейчас она должна быть с мужем, но вместо этого она тут и ведет себя как хозяйка дома. Она поссорилась с мужем и не пошла с ним. И не придумала ничего лучше, чтобы явиться сюда, чтобы ты утешил ее? Витя, да ты даже в дельфинарии с детьми не поехал. Лена, я тебя просто не узнаю. Когда ты изменилась? Когда ты стала такой? Какой, Вить? Когда ты нуждалась в ней. Ее присутствие в доме для тебя было вполне нормальным. Но, когда она стала нуждаться в нас, то тебя это взбесило. Мне что, выгнать ее надо было, да? А может, лучше выгнать? Я устала чувствовать себя гостьей в собственном доме. Может, мы лучше няню наймем, а? Я не хочу няню, я хочу тетю Веру. А мне не нужна ни тетя Вера, ни няня. Я уже взрослый. Так. Вот, вот до чего ты все довел. Эта стерва настроила против меня собственных детей! Лена! Чтобы я от тебя таких слов не слышал, поняла? Илья! Вот подслушивать нехорошо. Ну-ка быстро в комнаты! И делайте уроки! Знаешь что? Не стоило в такой форме отзываться о Вере в присутствии детей. Это ненормально! Ведь со своими детьми я разберусь. Я с ними поговорю, и они все поймут. А вот что касается твоей сотрудницы, чтобы ноги ее не было больше в нашем доме. Доведи это до ее сведения, или я сделаю это сама. Вера, зайди, пожалуйста. Присаживайся. Я не знаю, с чего начать. В общем, мы тебе благодарны за все то, что ты сделала для нас, но... Я поняла, вы больше не нуждаетесь в моей помощи, да? Просто Лена не хочет тебя утруждать. Ну, у тебя своя жизнь. Короче, она наняла домработницу, чтобы та следила за детьми, готовила, убирала, всякое такое прочее. Витя, я все поняла. Я поняла. Дети, познакомьтесь, это Наталья Петровна. Она будет помогать мне, ну и вам, конечно. Мам, я ж тебе говорю, мне никакая няня не нужна. Я уже взрослый. А мне нужна тетя Вера. Вообще-то тетя уходит. Машенька, что ты такое говоришь? Ты же воспитанная девочка. Я хочу тетю Веру. Тетя Вера не может. Она работает у папы, и она очень занятой человек. Мам, зачем нам вообще какие-то тети? Что случилось? Я поняла. Без обид. Вера, спасибо. Спасибо за понимание. Я и не сомневался. Это наше общее с Леной решение. Мы тебе благодарны. Правда, особенно я. Но... теперь мы справимся сами. Спасибо.
Давить. Я сказал Вере, она все поняла. Надо же, какая понятливая. Она нормальный человек, Лен. Вить, да я не спорю. Главное, чтобы она не появлялась больше в моем доме. Знаешь, я собираюсь отказаться от заказа. Почему? Если дело в няне, то мы подберем подходящую. Просто этот заказ отнимает у меня слишком много сил. У меня не хватает времени ни на тебя, ни на детей. А я им сейчас очень нужна. Если тебя все еще интересует мое мнение, то я считаю, что ты ошибаешься. У тебя появился шанс, используй его. Ну... А с нами ничего не случится за эти несколько недель. Да не нужен мне никакой шанс, если это идет в ущерб семье. Ты знаешь, то, что касается творчества, я не штамповочная машина. Ладно, все, тебе виднее. Глеб Анатольевич, добрый день. А мы можем сегодня встретиться? Не думал, что вы меня подставите. Так дела не делаются. Семейные обстоятельства изменились. Вот. Вот. Аванс полностью. Связался с вами на свою голову. Я с людьми договорился. Отменил несколько прежних заказов. Разрекламировал вас. В бизнесе важна репутация. Боюсь, свою вы подмочили. Назад пути не будет. Так получилось. А потерю репутации я переживу. Если бы вы не были подругой Веры, я бы прижал вас и добился бы штрафных санкций. Спасибо за понимание. Я решила отказаться от заказа. Долго объяснять, почему. Я в курсе, Глеб мне уже сообщил. Да. Я дала аванс и извинилась. Надеюсь, это никак не повлияет на ваши с ним отношения. Не повлияет. Хотя мне кажется, что ты поступаешь неправильно, но это твое дело. Поступай так, как считаешь нужным. Ее спас ремень безопасности. Не волнуйтесь, переломов нет, состояние стабильное, ее жизнь ничего не угрожает. Слава Богу. Мы диагностировали легкое сотрясение мозга. Подержим больницу и пару дней понаблюдаем. А можно мне? Ненадолго. Она очень слабая, ей нужен покой. Спасибо. Лена. Лена. О, Господи. Что там? Ты не волнуйся, я только что разговаривал с врачом. Он мне сказал, что травма несерьезная. Что все будет хорошо. Я чуть с ума не сошел, Лен. Что произошло? Я помню какой-то дым. Ведь я чуть не сгорела, да? Ты не волнуйся. Ты, главное, не волнуйся. Тебе нельзя. Ну, там, наверное, что-то в проводке коротнуло, произошло возгорание. Вот и все. Витя, машина была на техосмотре 2 недели назад. Да это все ерунда. Главное, что ты жива, что ты... что ничего серьезного с тобой не произошло. А с остальным разберемся.
Как дети? С ними все хорошо. Маша, завтра спектакль, я не смогу пойти. Ей платье нужно подготовить и волосы уложить. Ты не беспокойся, я все сделаю. Еще скажи, что я очень ее люблю. И она это знает. Но я все равно скажу. Я тебя очень люблю. Привет. Привет. Голоден, я ужин приготовила. А, нет, спасибо. Устал очень. Пойду лягу. Я уложила детей спать, мы поиграли немного. Спасибо. Ты меня опять выручил. Ну что ты, не стоит. Ой. Я, кстати, ничего им не сказала, как ты и хотел. Да. Уже я сам скажу. Уже выяснили, из-за чего была авария? Говорят, что все дело в проводке. Но Лена уверена, что это все устроил фаермен. Сначала мастерскую поджег, теперь машину. Витя, я уверена, полиция скоро поймает этого маньяка. Скорее бы. Ну, я пойду? Да. Да. Спасибо тебе еще раз. Спасибо. Отдыхай. Привет, мам! Привет, мои хорошие. Привет, привет. Привет, котенок. Мамочка, я так тебе соскучилась. Я принесла Аленку, чтобы тебе было не скучно. Да, мой котенок. Мой хороший. Аленка обязательно мне поможет. Котенок. А где папа? А он разговаривает с врачом. Ну, как ты без меня? Ну, хорошо. Нам приходит тетя Вера, очень вкусно готовит. И отвозит в школу. Отвозит в школу? А папа? А папа? У папы на работе оврал. Оврал. Сегодня тетя Вера пришла на мой спектакль. Сделала красивую прическу. А новая учительница подумала, что это ты. Подожди. Учительница приняла Веру за меня? Да. Тебе же скинули видео. Покажи маме. Валентина Ивановна, а помогите, пожалуйста, нам снять. Нам добавить, ладно? Спасибо. Так, дети. Дети, значит, снимают. А подожди. Давайте. Господи. На ней что, мое платье? Спасибо. Так, дети, дети нас снимают. Посмотрю, подожди.
На ней что, мое платье? Да, я сама видела, как она его надевала. Вера действительно похожа на меня. Привет. Ну что, врач сказал, что все в порядке. Завтра утром возьмут анализы для подстраховки и выпишут. Дети, вы не могли бы выйти? Нам с папой нужно поговорить. Так. Карандаши. Слушайте, я там внизу увидел автомат с шоколадками. Ну, давайте. Кто первый? А? Давай, давай. Мы же вроде договорились, что Вера уйдет из нашей жизни. А она почему-то водит моих детей в школу. И ты почему-то мне об этом не говоришь. Потому что я знал, как ты отреагируешь. И не хотел тебя нервировать. Лен, ну мне правда была безвыходная ситуация. На работе завал, я ничего не успеваю. Поэтому пришлось обратиться к Вере. Ну ты же понимаешь, дети. А мое платье на выступление Маши? Тоже ты попросил ее надеть? Она что, была в твоем платье? Я понятия не имела, почему? Не знаю. Знаешь, Вить, пожалуй, я выпишусь прямо сейчас. Подожди, а как же анализы? Я здорова. Выйди, пожалуйста. Мне нужно переодеться. Ладно. А, да, забыл. Мой механик посмотрел твою машину и сказал, что причиной возгорания было короткое замыкание. Так что поджог как причина исключен. Лена. Лена, самое главное в такой ситуации не поддаваться панике. Я не думаю, что фаермен как-то связан с этой аварией. Нет, ну, конечно, о твоих подозрениях я рассказал следователю. Машина в каком состоянии? Она сейчас на капремонте. Но мне дали подменный автомобиль, точно такой же, как у тебя. Надо же. Хоть в чем-то повезло, да? Ты переодевайся. Пойду детей обрадую, что ты едешь с нами. Не успели. Ну, завтра рабочий приедет, уберут. Спасибо, Вить. Очень приятно. А мы тоже папе помогали. Спасибо, мои хорошие. Папа без вас бы не справился. Никогда. А у нас еще один есть сюрприз. Там, дома, мамочка. Ну. Пойдемте посмотрим. Что у вас там за сюрприз?
папа и тетя Вера купили. Тебе нравится, мамочка? Пойду воды попью. Соскучился. Ты чего? Это просто фотография. Нет, Витя. Это подтверждение. Она здесь чувствует себя хозяйкой, а ты ей в этом потакаешь. Этому нужно положить конец, Витя. Тихо! Дети только легли. Мы просто хотели с детьми тебя порадовать. А Вера в этом помогла. Мы решили купить что-то новенькое, чтобы ты забыла об аварии. Вить, да я вообще обо всем забыла, когда увидела ее фотографии рядом с тобой и детьми. Вить, а может, между вами любовь, а? Ну какая любовь? Что ты несешь? Послушай, Лен, ты меня один раз уже обвинила, не имея на то никаких оснований. Это совсем другое. Вот это происходит на моих глазах. Прямо здесь и сейчас. И я ничего не выдумываю, Витя. Так все, хватит! Не собираюсь продолжать этот дурацкий разговор. Дети только легли. Могут услышать. Завтра поговорим, если у тебя будет желание. А теперь давай спать. Я не собираюсь с тобой спать. Серьезно? Да. Хорошо. Пойду лягу в гостиную на диване. Может, тебе легче станет? Решила навестить тебя перед работой. И заодно завезла тебе ключи. В больнице не было возможности заехать. Дети были на мне. Илья и Маша. Ключи? За детей спасибо, конечно. Но что тебе от меня нужно? Я не понимаю, о чем ты? Очень даже понимаешь. Раньше я на это не обращала внимания, но теперь... Ну, теперь ты перешла все границы. Ты одеваешься, как я, у тебя прическа, как у меня, ты... Ты даже держишься, как я. Объясни, зачем? Боже мой, Лена, у меня нет никакого желания походить на тебя. Ну что ты, с чего бы это? Да вот и я не понимаю, с чего, объясни. Господи. Лен, я просто помогала тебе с детьми. Я смотрела за ними. Пока тебя не было. Вот и все. Я чувствую, что у тебя что-то на уме. В общем, так. Убирайся из моего дома. И ни под каким предлогом больше сюда не возвращайся, поняла? Господи, Лен, ты что? Ты что же думаешь, что я хочу занять твое место? Но это не так. Поверь мне. Тогда почему ты надела мое платье? Почему ты представляешься матерью моих детей? Лена, будь благоразумна. Я надела твое платье, потому что на своем обнаружила пятно. У меня не было времени ехать переодеваться.
А новый учитель принял меня за тебя, потому что еще не успел познакомиться с родителями. Я не хочу слышать твоих оправданий. Убирайся! Какая же ты тварь неблагодарная. Скажи мне, вот за что она так со мной? Ну за что? Ну неужели я заслужила к себе такого отношения? Я всего лишь пыталась помочь тебе и твоим детям. Ну прости ее, пожалуйста. Ну, постарайся ее понять. У него сейчас такое состояние. Мастерская сгорела. Потом это авария. Ну, остынет, потом сама будет просить у тебя прощения. Она остынет? С ее-то характером, господи. Да мне просто жаль вас. Я не знаю, ну как вы с ней вместе уживаетесь? Мне жалко тебя и детей. Это не так. Ты плохо ее знаешь. И потом я люблю ее, Вера. Я знаю, 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 Витя. Но у тебя как будто бы розовые очки на глазах. Ты совершенно не замечаешь ничего вокруг. Ты знаешь, твои дети и ты были бы гораздо счастливее бы, если бы с вами рядом была бы достойная женщина. И только пойми меня правильно, я говорю это не из зависти. Я говорю это потому, что вы с Леной слишком разные люди. В тебе сейчас говорят твои эмоции. Вот и с Леной точно так же. Все на эмоциях, все на этих вот... Ладно, я думаю, в ближайшее время вам лучше не видеться. Все устаканится, и она поймет, что была не права насчет тебя. Ты прав, прав. Ты прав, Витя. Хочешь чаю? Нет, спасибо. Меня на совещании ждут. Да. Тебя, кстати, тоже. Да. Спасибо, что зашел, поговорил со мной. Ты приводи себя в порядок, и через 5 минут жду тебя в переговорной. Хорошо. Спасибо. Лена, послушай, пора положить этому конец. Я молчал, но сколько можно? Нельзя быть такой агрессивной! Ты оскорбила человека только за то, что она в трудную минуту помогла нам. Неудивительно, что ты ее защищаешь. Это только доказательство того, что между вами что-то есть. Между нами ничего нет и быть не может. Я люблю тебя, и повода для ревности я тебе не давал. Но ты ведешь себя неадекватно. Витя, у меня дурное предчувствие. Женская интуиция. Прекрасный аргумент. Хватит иронизировать, я серьезно. С появлением этой женщины в нашей жизни случилось все самое страшное. Авария, пожар, трещина в наших отношениях. Только подумай об этом. Ну какое отношение Вера имеет к пожару или к аварии? Да я не знаю пока. Не знаешь, потому что все это твои домыслы, твоя дурацкая фантазия. Так ты все-таки думаешь, что это я не в себе, да? Я хочу сказать, что тебе нужен психолог, что с тобой что-то происходит. Виктор Сергеевич, можно? Да, проходите. Алло? Ты все еще в игре? Алло, кто это? Переходим на новый уровень. Да что ж вы от меня хотите? Да что вам от меня надо, а? Алло! Что вам от меня надо, а? Алло! 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 Все документы, которые мы предоставили нашим клиентам, а также результаты совместной работы... Лена, я могу тебе перезвонить? Кто позвонил? Этот псих! Так, я сейчас позвоню следователю. Ты оставайся дома и никуда не выходи. Я уже еду, да? Ну вот мы засекли, откуда был совершен звонок. Слава богу. Я надеюсь, вы его поймали? Вы узнаете этого человека? Нет. В первый раз вижу. Знакомьтесь. Это и есть фаермен. И кто он? Зовут Валерий, фамилия Макаров. Вам что-то говорит? Да вроде нет. Он признался? Конечно, признался. Он признался, что взломал аккаунт. А вот свою причастность к пожару и к аварии он отрицает. И вы знаете, он не врет. У него железное алиби, которое мы проверили. Подождите, про аварию я не знаю, но после пожара он позвонил и признался, что это его рук дело. Да, он говорит, что вы просто неправильно его поняли.
Но вы не волнуйтесь, он все равно сядет. За угрозы. Статья 272 УК РФ до 2 лет лишения свободы. Так что можете спать спокойно. А я могу с ним поговорить? Господи, зачем? Затем, чтобы узнать, что ему от меня нужно. Елена Васильевна, вы с ним в суде встретитесь. А это кто? Его адвокат. Витя, а тебе самому не кажется это странным? Странно что? Странно то, что Макаров мне позвонил. Он может быть и псих, но он же не мог не догадываться, что его вычислят по номеру телефона. Блин, ты сама ответила на свой вопрос. Он псих. Нет, господи, это не ответ. Остается много неясного. Лена, пускай ты теперь полицию беспокоит, а не нас. Ну, главное, что его поймали и посадят. Поехали. Что это изменит? Скажи мне, что это изменит? Он не причастен ни к поджогу, ни к аварии. Лена, да забудь ты этого козла. Надо дальше жить, ну. Лена, ты куда? Ты знаешь, может быть, ты и прав. Давай, ты езжай на работу, а я пойду прогуляюсь. Мне воздух нужно подышать. Подыши. Поехали. Простите, можно вас на минутку? Я Лена Захарова, ваш клиент Валерий Макаров. Взломал мой аккаунт и угрожал мне. Ну, если вы хотите расспросить меня о моем клиенте, то я не смогу вам ничем помочь, потому что я адвокат, и я должен хранить тайну. Извините. Я хочу помочь вашему подзащитному. Помочь? Ну, я не знаю, как вы можете помочь. Может быть, если только заберете свое заявление? Может, и заберу. Если он расскажет, кто его нанял, чтобы запугивать меня. Вы о чем? А вы покажите ему эту женщину. Кто это? Подозреваю, что это именно она заплатила ему, чтобы угрожать мне. Вы понимаете, что вы сейчас делаете очень ответственное заявление? Да. Может, я ошибаюсь, но если вдруг я права, у вашего клиента появится шанс избежать наказания. Да. Можно? Да, конечно, заходи. Витя, в общем, я подумала и... Вот. Что это? Заявление. Ты решил уйти? Почему? Твою жену нервируют наши с тобой взаимоотношения. Витя, я чувствую, что мне нужно уйти. Тогда у вас все само собой наладится. Я не подпишу это заявление. Витя. Во-первых, ты ценный сотрудник. Во-вторых, я считаю это неправильным. Что ты будешь рушить свою карьеру из-за моих семейных проблем. Так, будем считать, что этого заявления просто не было. Ты действительно хочешь, чтобы я осталась? Да, я не хочу, чтобы ты уходила. И я думаю, что у вас с Леной скоро все нормализуется. И на чем же основан твой оптимизм? Сегодня полиция задержала того хакера, который взломал страничку соцсети Лены и угрожал ей. Да ты что, и кто он? Уже не важно, но из-за него Лена сильно так нервничала. Ясно. Ну, теперь она станет прежней, и все будет хорошо. Дай бог, дай бог. Вер, ты иди домой, рабочий день уже закончился, потом договорим. Да, ведь спасибо, и береги себя. Больше к нам не приходят. Было весело с ней. Потому что у тети Веры есть своя семья. А все нормальные люди проводят время со своими семьями, а не с чужими. А тетя Вера нам не чужая. Так, дети, а вы руки мыли? Ну, пап. Что, ну, пап? Давайте бегом руки мыть. Бегом, бегом, бегом. Вера сегодня написала заявление об уходе. Ведь я не хочу об этом говорить. Лен, послушай, тебе не из-за чего переживать. Я целиком и полностью твой. Ведь, прости, наверное, я резко на нее отреагировала. Но ты должен помочь мне переключиться. Я больше не хочу думать ни о Вере, ни о Фаермене. Конечно.
Конечно, моя хорошая. Свет, смотри, я все проанализировала. У меня как будто тумблер в голове переключился. С появлением ее в моей жизни случилось все самое страшное. Пропали фотографии. О, Свет, мой. Кулон моей Господи. Мамы. Сгорела мастерская, я попала в аварию. Она хочет украсть у меня все. Все, даже мою внешность. Она надела мое платье. Сделала укладку такой же, как... Это не паранойя. Лена, если ты с этой своей логикой явишься к психиатру, он тебе тут же впаяет бред преследования. Ты слышала про такой диагноз? Да, я вас слушаю. Это Лев Валерьянович, адвокат Макарова. Рада вас слышать. Вы поговорили со своим клиентом? Поговорил. Он не знает эту женщину и настаивает, что никто не направлял его действий. Алло, вы поняли? Да, поняла. Ну, хорошо. Простите за беспокойство. До свидания. Витя, а как тебе мое новое платье? Нравится? Да, красивое. Правда? Мне просто очень важно твое мнение. Вот здесь отчеты, подпиши их, пожалуйста. А, да, конечно. Давай. Витя, как тебе поживают дети? Я так по ним соскучилась. Просто ужасно. Нет, я все понимаю. Все понимаю. Просто я к ним так сильно привязалась, что... Кажется, будто они мои. Они тоже тебя часто вспоминают. Но давай не будем торопить события. И не нужно лишний раз нервировать Лену. Да, я понимаю, конечно. Вот, пожалуйста. А ты говорила, что Макарова тоже Вера наняла. А это оказалось не так. Я ошиблась. Но может, он просто не хочет сдавать своего заказчика? Господи, Лена, установлено, что это твой фаермен не причастен ни к поджогу, ни к аварии. Тем более, что он появился за неделю до Веры. А может быть, и поджог, и аварию устроила сама Вера. Ее же алиби никто не проверял. А что ее проверять-то? Твои подозрения основаны исключительно на личной неприязни. Вот и все, у тебя ни одного доказательства нет. Ты права, у меня нет никаких доказательств. Свет, может, ты поможешь выяснить ее прошлое? Ты же журналист, у тебя связи. Кстати, вот это твой одноклассник, он же в полиции служит, да? Понятно, откуда ветер дует. Нет. Ну, чего ты хочешь? Ну, он же не сможет тебе отказать. Свет, ну я прям каждой клеткой чувствую, что с ней что-то не так. Лен, ну ты признайся себе, что просто взревновала мужика, вот и все. Муж мне не верит. Дети тоже на ее стороне. Свет, а может, мне пора в дурку, а? Ну, погоди ты с дуркой. Ладно, так и быть, я тебе помогу. Я тебе сообщу, как только что-нибудь узнаю. Не благодари. Закажи лучше еще пирожных. Илюх, ты чего раскис? Ну, подумаешь, проиграли. Мы бы выиграли, если бы вратарь не спал. Ну, второе место тоже неплохо. А тетя Вера говорит, что во всем надо быть первым. Да уж. Это в стиле тети Веры. А что? Разве это плохо, мамочка? Нет, хорошо. Если это не вредит остальным. А что, тетя Вера кому-то вредила? Нет. Это мама просто так сказала. Правда, Лена? Правда, Витя. У меня голова разболелась. Пойду полежу. Валентине. Да ничего, подруга. Чистенькая биография. Вера Антонова родилась в Рязани, потом удачно вышла замуж в Москве. Ну вот и все. Мой одноклассник прошерстил по базе данных, но там ничего. Уголовных дел нет, в криминале не замешано. Вот и все, что удалось узнать. Все равно она не та, за кого себя выдает. Лен, она баба, которая захотела флиртануть с твоим мужем. Вот и все. Не знаю, может, я накручиваю.
Здравствуй, паранойя. А если рассказать в полиции о своих подозрениях? Леночка, мне ты можешь всякую ересь нести, но с органами шутки плохи. Тебе нечего им рассказывать. Слушай, поеду-ка я в Рязань. Ну, съезди, развеешься. Может, выяснишь чего. Скажи, а ты можешь узнать адрес, где она раньше жила? Я тебе скину смс-кой. Ладно. Я бы сама с тобой съездила, до работы много. Все, целую. Пока. О, ты еще не спишь? Что случилось? Да. Тетя Валя звонила из Питера. У нее проблемы со здоровьем. Нужно везти в больницу на обследование. Она сама не поедет. Да, надо помочь. Как-никак, твоя единственная родственница. Да. А, ты помнишь, у меня в Питере знакомые врачи есть, можно позвонить. Да, я помню. Я на месте разберусь, если что, позвонишь. Mm. А ты надолго? На один день. Уже купила билет на дневной рейс. Если хочешь, я могу тебя в аэропорт отвезти. Нет, спасибо. Я на такси доеду. Здрасте. Ищете кого-то? Да, я ищу хозяйку этого дома. Я хозяйка. Ой, простите, я ищу Веру Антонову. Она раньше жила в этом доме. Я приехала издалека и хотела ее повидать. Думаю, этот дом уж лет 15, как у нее купили. Жили по соседству. Тогда вы знаете, где сейчас родители Веры и она? Родители на кладбище. Как на кладбище? Подождите, они умерли? Вообще-то мы с ними не общались. Замкнутые были люди. А погибли родители Веры в аварии. Как это произошло? Нам-то что, расскажешь, что ли? Ну, вроде как в машине сгорели. То ли они въехали в грузовик, то ли грузовик в них. В общем, их там зажало, они сгорели. А Вера вот как только родители похоронила, сразу дом-то и продала. Дешево. Поэтому мы и купили. А вы не знаете, куда Вера уехала? Не знаю, вообще с тех пор я ничего не слышала. Ой, знаете, вот меня тогда поразило. На кладбище, на похоронах, куда же слезинки не проронила. Вот грешно говорить, вот как будто даже радовалась. Ну, конечно, она еще подростком была. Что там у них в голове, кто знает. Вот вам она зачем понадобилась? Да, мы с Верой близкие подруги. Дружили в институте. У меня о ней много теплых воспоминаний. Вот хотела ее увидеть. Вот что. Поговорите-ка вы о ней с Максимом. Он тут уже рядом жил по соседству, но ее знал поближе. Он в городе врачом работает. Здравствуйте. Вы Максим? Он самый. Вы мне звонили? Да, мне нужна ваша помощь. Я ищу свою подругу, Веру Антонову. Сдалась вам эта психопатка. Почему вы так говорите? Мы с ней очень хорошо дружили. Ладно, расскажу. Она никогда про себя ничего не рассказывала. Ходила вся в синяках, как будто избивает ее кто. Еле вытянул тогда из нее, что оказывается это... Отец ее так воспитывает. Отец ее бил? Я ничего про это не знала. Не удивляюсь. Она упертая. Всегда была себе на уме. А я помочь ей хотел. Вытащить. Даже думал жениться на ней. Предложил вместе к ментам пойти. Но папаша и ее все куплены были. И она в крик. Говорит, если рот свой откроешь, я ментам скажу, что ты меня избил и изнасиловать пытался. Вы сейчас не преувеличиваете? Девушка, она мне душу покалечила, понимаете?
Если б не эта история с пистолетом. С каким пистолетом? В общем, пошли мы как-то в лес погулять. Верка достала пистолет и по консервным банкам стала стрелять. У меня глаза на лоб, спрашиваю, откуда ствол? А она, мол, у отца стрела. Хочу, мол, стрелять научиться, чтоб папашу своего грохнуть. Я охренел. Спрашиваю, за то, что он тебя избивает? Она говорит, дурак ты, Макс. Насилует он меня каждый день. А мать молчит, боится. И плакать начала. Я ее тогда впервые увидел плачущей. Извините. А вы уверены, что отец ее насиловал? Свечку не держал. Может, насиловал, а может, придумывал. Воображение у нее богатое. Значит, вы мне не будете помогать? Даже если б знал, где она теперь, не стал бы. Держитесь от нее подальше. Ну, если найдете ее, то передайте. Не, ничего не передавайте. До свидания. До свидания. Привет, я. Я приехала, а дома никого нет. Вы где? Я в области с шефом уехал. Буду ночью. Я тебе звонил, не дозвонился. Оставил детей на Веру. Ну, мы же вроде договорились. А куда мне их было деть? С собой взять? А шефу что я скажу? Других вариантов не было. Ну, хочешь, я позвоню, скажу, что ты приехала. Пусть привезет детей. М? Не надо. Я сама заберу. Илья, вы где? Мы в кино. С вами все в порядке? Да мы с тетей Верой, мам. Ты уже вернулась? Да, я дома. Скажи тете Вере, что я хочу, чтобы она привезла вас сразу после сеанса. Ладно, мам.
одолжила! Это не то, что вы думаете! Я все объясню! Руки за спину! Подождите! Подождите, а можно мужу позвонить? Позвоните из отделения. Подождите, пожалуйста. Подождите, вы меня не услышали. Вы меня не услышали. Я хочу, чтобы вы, пожалуйста, позвоните мужу. Итак, с какой целью вы проникли в особняк Антоновых? За доказательствами. Что вы собираетесь доказать? Что эта женщина не та, за кого себя выдает. И что она хочет отнять мою семью. И как? Добыли доказательства? Да. Вы только что их видели. По-моему, это обычные фотографии. Что же, по-вашему, они доказывают? Нет. Это необычные фотографии. Это фотографии из моего семейного альбома, который она выкрала и вырезала из них меня. А еще она украла кулон. И я уверена, что мою мастерскую подожгла она. И аварию устроила тоже она. Она хочет меня убить. Послушайте, кража нескольких семейных фотографий не является основанием для обвинения в убийстве. Даже если она вырезала из них ваше лицо. Вам так не кажется? Нет, мне так не кажется. Да. На этих фотографиях действительно ваш муж и ваши дети. Только, во-первых, часть фотографий сделана самой истицей. Во-вторых, вторую часть фотографий, по словам Антоновой, принесли ей сами ваши дети для того, чтобы она помогла им сделать коллаж для школы. Следует ли из этого, что она собирается отнять вашего мужа и ваших детей? Нет, не следует. Следует. И я это чувствую. Знаете что, Виктор? Вы вообще скажите спасибо, что я с вами разговариваю. Вера, между прочим, для вас старалась. А ваша жена мало того, что ее оскорбила, еще ограбить пыталась. Это хорошо, что сигнализация сработала. Вы еще хотите, чтобы я заявление забрал, да? Денис, Лена не грабитель, вы это прекрасно знаете. А что она у меня дома делала? Я не знаю. Но если вы не заберете заявление, то Лену посадят. Вы понимаете? Я считаю, что это слишком суровое для нее наказание. Вы поймите, моя жена сейчас очень растеряна. Столько всего навалилось за эти дни. И потом я уже попросил у Веры прощения за Лену. Это прям преступление и наказание какое-то. Ладно. Как Вера решит, так и будет. Пойдите прогуляйтесь где-нибудь на улице. Мы сейчас все обсудим. Идите, идите. Спасибо. Да. По поводу цепочки и кулона. Антонова утверждает, что она приобрела их 2 года назад в ювелирном салоне. И у нас нет оснований ей не верить. А вот почему вы считаете, что этот кулон принадлежит вам? А вы посмотрите с обратной стороны. Там инициалы моей матери. И Н. Никаких инициалов я не вижу. Значит, она их стерла. Объясните, пожалуйста, на чем основываются ваши обвинения и подозрения причастности Веры Антоновой к пожару и аварии? А вы покопайтесь в ее прошлом. Подростком она хотела убить своего отца. Я съездила в Рязани, все выяснила. Послушайте, Елена Васильевна, позвольте вам дать один совет. Подумайте о себе, прежде чем обвинять в чем-нибудь другого человека. Я вам напомню, что это вы, а не она, совершили кражу со взломом. Я вас сейчас отпущу под подписку. Только вам грозит реальный срок. По реальной статье 158 УК РФ. А это до 2 лет. Витя! Я в прошлый раз еду в погоду, вот она. Слушай, я не знаю, что говорить.
У меня в голове не укладывается. А по-моему, все предельно понятно. Твоя жена готова на все, что угодно, лишь бы меня опорочить. Вера, что мне сделать, чтобы вы забрали заявление? Витя, а может быть, без нее тебе будет лучше? Не будет. Она моя жена, я ее не брошу. Понимаю. Хорошо, я попробую уговорить мужа забрать заявление. Спасибо. Но с одним условием. Сама виновата. Ты зачем мне не сказала, что ты едешь в Рязань? М? Ты какого черта полезла в чужой дом? Ты понимаешь, что ты ведешь себя неадекватно? Что с тобой происходит? Если бы ты верил, мне было бы все по-другому. Опять за свое. Во что верил? В то, что это Вера подожгла мастерскую, в то, что это она устроила аварию. Витя, это с ней не впервой. Ее родители тоже погибли в автокатастрофе. А до этого она стреляла в своего отца, потому что он якобы насиловал ее. У нее... Вить! Она сумасшедшая! У нее было такое чудовищное детство, что у нее крыша поехала! И что? Если у нее было такое чудовищное детство, это не значит, что она преступница сейчас! Да, я согласна. Я не могу доказать, что поджог и аварию устроила она. Но как ты объяснишь, что она выкрала из нашего дома фотографии и вырезала оттуда меня? Это, по-твоему, нормально? Я не знаю! Я не знаю уже вообще, что нормально. Но сейчас, в данную минуту, это меньше всего тебя должно беспокоить. Да, Лен. Это Илья ей передал фотографии, чтобы она сделала из них этот коллаж. Он забыл. Теперь вспомнил. Я так и знала. Я так и знала, что она будет настраивать детей против меня. Вера и Денис готовы забрать заявление. Если ты у них попросишь прощения. Ты не представляешь, чего мне стоило убедить их сделать это. Это твой единственный шанс. Или ты просишь у них прощения, или садишься в тюрьму. Если тебе себя не жалко, о детях подумай. Прости меня. Видимо, это посттравматический синдром, говорят, что такое бывает после аварии. Мне жаль, что я тебя обидела. Ну, брось. И вовсе тебе не жаль. У тебя выхода просто другого нет, милая. Поэтому стоишь ты тут и оправдываешься, такая жалкая. А ты знаешь, ты это заслужила. Ты ведь во всем пытаешься обвинить всех, кроме себя, во всех своих несчастьях. Знаешь, по собственному опыту. О, я все знаю. И про Рязань, и про разговор с Максимом. Так вот, все, что сказал Максим, он брал. От начала и до конца. У меня было счастливое детство. Заверяю тебя. И сейчас я очень счастлива. Нет. Счастливые женщины не лезут в чужие семьи. И не пытаются завладеть чужими мужьями и детьми. Лен, ну если бы ты была хорошей матерью и женой, наверное, твой муж и дети не тянулись бы так ко мне, правда? Ты чудовище.
Послушай меня сюда, психичка. Если продолжишь себя вести так и дальше, то окажешься в тюрьме или в психушке. Я это устрою. Обещаю. Послушай меня сюда, психичка. Если продолжишь себя вести так и дальше, то окажешься в тюрьме или в психушке. Я это устрою. Обещаю. Пошла бы сесть в тюрьму, да? Так лучше было бы, да, Лен? Дети ничего не знают. Надеюсь, при них ты не будешь устраивать сцены и сможешь держать себя в руках. Я сама знаю, как вести себя со своими детьми. Очень на это рассчитываю. Дети, мы дома. Что за взгляды? Что-то случилось? Мама, зачем ты ограбила тетю Веру? Ограбила тетю Веру. Кто вам это сказал? Нам позвонила тетя Вера и все рассказала. Лена! 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 Твоя любимица сказала детям, что я воровка. Ну что ты молчишь? Давай, начинай защищать ее. Скажи, что это я виновата. Лена, я не собираюсь повторять одно и то же. Все, это в прошлом. Значит, это я во всем виновата. Ты зациклилась на Вере. Понимаешь? Ты своим поведением травмируешь детей. Слышишь меня? Значит, это я. Значит, это я злобная. Двуличная тварь. Значит, это у меня поехала крыша! Перестань! Перестань, Лена, успокойся! Лена! Сергей!
я! Возьмите сестру и быстро в дом! Все. Все. Все, я больше не намерен терпеть твои выходки. Ты стала опасна не только для себя, но и для детей. Значит так, Лена, или ты идешь к психологу и проходишь курс лечения, или ты больше никогда не увидишь детей. Нет, нет, ты не можешь со мной так поступать! Я могу! Нет! Могу и сделаю все! Я прошу! Ты своими истериками доводишь детей до безумия! Все, Лена! Я прошу тебя! Лена, разговор окончен! Я завтра ты идешь к психологу! Хочешь, поиграем, а? Не хочу. А мама нас и правда ненавидит? Ну, почему? Мама нас любит. А папа? И папа. А папа любит маму? Что за глупый вопрос? Любит, не любит? Если бы не любил, давно бы уже ушел. А мне послезавтра день рождения. В чем дело? Свет, прости, я сейчас не могу разговаривать. Хватит на меня страх нагонять. Говори, что случилось. Ты что-то нарыла в Рязани? Свет, у меня ощущение, что я провалилась в пропасть. Так, еду к себе. Ты дома? Даже если ворота запрешь, пролезу. И не смей отключаться. Свет, не нужно. Я прошу тебя. Я сейчас хочу побыть одна. Лена! Пожалуйста. Лена! Извини. Лена! Лена, не бросай! Почему она не ужинает с нами? Просто мама плохо себя чувствует. Вот поспит, и все пройдет. Ты теперь любишь тетю Веру, да, папочка? Я не люблю тетю Веру. Ну, то есть, люблю, но не так, как маму. Тетя Вера просто друг. А почему тогда тебя мама ревнует? Так, Илья, что за разговоры? Вы еще не доросли до таких тем. Ешьте молча. А про мой день рождения тоже нельзя говорить? Нет, Машенька, про твой день рождения нужно разговаривать. Ну, кого ты решила пригласить? Пап, мы решили никого не приглашать. Пусть будет только наша семья. Почему? Потому что так лучше для мамы. Вы самые лучшие дети на свете. Дети задают вопросы, я не знаю, что им отвечать. Они же все видят и делают выводы. Маша хочет, чтобы на ее дне рождения были только мы вчетвером, без гостей. Говорит, что так лучше будет для тебя. Лен, с этим безумием пора заканчивать, но... Послушай, ты не одинока, поверь, я с тобой, но... Но все это влияет на детей, на всех нас. Да, ведь ты прав. Не беспокойся, уже нашла хорошего психолога и договорилась о встрече. Ну вот, молодец, правильное решение. Всего несколько сеансов, и тебе станет лучше. И забудется этот кошмар. Ну, чего ты молчишь? Вить, а можно я завтра побуду одна? Поеду к нам на квартиру, приберусь. Там, наверное, пыль скопилась. Машеньке подарок куплю. Конечно, я не против.
Можно? Витя. Пожалуйста. Скажи мне, что ты меня не винишь. Я себе места не нахожу. Я... Как Лена? Ей лучше? Вера. Я никого ни в чем не обвиняю. Я просто не понимаю, что происходит. Мы 10 лет вместе, и вдруг такое... Нет, нет, это не вдруг. Это не вдруг. Ты просто раньше ты не замечал симптомов. Это было всегда. Я не знаю, но это же нужно додуматься. Поехать в Рязань. Копаться в моем прошлом. Я не знаю, влезть в мой дом, Вить. Кстати, ты не знаешь, что она там хотела найти? Я понятия не имею. Посмотри мне в глаза. Витя, посмотри мне в глаза и пообещай мне, что ты останешься объективным. Вспомни. Вспомни. Я же просто хотела вам помочь. Помнишь? Тебе и детям. Это же я, Вера. Ты знаешь, ее злит. Ее злит, что дети ко мне привязались. Витя, ты знаешь, я не хотела тебя расстраивать. Я не хотела тебе этого говорить, но... Ее бесит, что я даю твоим детям любовь и тепло. А детей так просто не обмануть, ты же знаешь. Лена думает только о себе. Нет, 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 это не так, нет. Лена всегда была хорошей матерью и любящей женой. Нет, конечно, конечно, она когда-то была, но... Витя, ну сейчас все так изменилось. Неужели ты этого не видишь? Ну, давай дадим трезвую оценку ее поведению. Она неадекватна. Слушай, в семье всякое бывает. Мы с ней уже об этом поговорили. И я верю, что все образуется. Все будет. Да, да, я тоже верю в это. Я верю, Витя. Витя, я очень хочу, чтобы ты знал, что бы ни случилось, я всегда с вами рядом. Твои дети мне как родные. Спасибо, Вера, я тебе очень благодарен. Что ты? Но я сам во всем разберусь, сам. Так будет правильнее. Да, Вера, я хотел тебя спросить. Слушай. Ты зачем вырезала Лену из фоток? Витя, ты же знаешь, что тогда произошло. Я пришла навестить твою жену. Ты же помнишь, как она со мной разговаривала? Она кричала на меня. Я была сильно расстроена. Это были эмоции. Я не горжусь своим поступком, но у меня сдали нервы. Я понял. Ладно, Вер, все, мне нужно срочно сдать отчет по мегавесту. Хорошо. Хочу пораньше освободиться. Сегодня день рождения у Маши. Может быть, я чем-то могу помочь? Да, можешь. Я слушаю. Я не хочу отменять сегодняшнее совещание. Проведи его, пожалуйста, вместо меня. Конечно. Ну и как ты меня нашла? Виктор сказал. Заходи. Не ожидала от тебя, подруга, что ты далеко зайдешь. Свет, да у меня не было другого выхода. Но зато я нашла доказательства. Правда, теперь Витя мне не верит. Ты меня, конечно, извини. Но твои доказательства не основание для заведения уголовного дела. Свет, да я просто женщина, которая пытается спасти свою семью. Но почему-то все остальные в упор не видят, что это... Спокойно. Выпей. Знаешь, что я поняла? У нее точно есть какое-то тайное прошлое. Ну, хотя бы ты мне веришь. Ну, конечно, я тебе верю. Но я проверю все заново. А ты должна собраться. Иначе ты точно семью профукаешь. Ну, что ты мне предлагаешь? Я предлагаю поменять тактику поведения.
Не чернить надо соперницу, а убедить мужа и детей, что ты лучше. Бей ее же оружием. Ей же нужно что? Доказать, что ты неадекватна, верно? Угу. Вот она тебя и провоцирует. Ну, встретитесь, улыбайся там, будь приветлива. Да я ее задушить готова. Спокойно. Я знаю, что ты справишься. Но я попытаюсь копнуть о ней поглубже. Тоже очень-очень люблю. Ну, тогда за желание задавайте. Витя, дети! Дети! Маленькая принцесса, поздравляем тебя с днем рождения. И... С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! А теперь загадывай желание и задавай свечи. А можно два желания загадать? Принцесса, тебе можно все, что угодно. Да. Папа! А мы ждем гостей? Вроде нет. Моя принцесса. Вера? Привет. Прости, пожалуйста, что я пришла без приглашения, но я просто не могла не поздравить Машу с днем рождения. Вера, я думаю, что это не очень хорошая идея, если честно. Витя, ты извини, Вера. Но я не могу. Вера, привет. Привет. Здравствуй. Ты пришла мне поздравить тетя Вера? Ну, конечно, Машенька. Я даже принесла тебе подарок. Можно? Конечно, можно. Ты как раз вовремя. Мы только что свечи задули. Машенька, я поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе, чтобы все твои мечты сбывались. Спасибо, тетя Вера. На здоровье, крошка. Не за что. Ну... Не буду вам, наверное, мешать. Я пойду, мне пора. Ни в коем случае. Не нарушай наших традиций. Обязательно нужно съесть кусочек торта, да, ведь? Спасибо большое за приглашение, Лена. Но мне пора. Пока. Пока. Ты чего? Ничего. Просто... Смотрю на тебя и радуюсь. Ма, а ты отвезешь нас сегодня в школу? Да, Леш, отвезу и буду возить каждый день, как раньше. Супер, мама. Приятного аппетита. Спасибо. Алло. Что? Когда? Я понял. Что случилось? Да, звонила Вера. Ее муж Денис. Умер от инфаркта. Привет. Выяснила что-нибудь? Привет. А что за спешка-то? Стряслось что-то? Стряслось. У нее муж умер. И что-то мне подсказывает, что не без ее помощи. А зачем ей мужа своего убивать? Да не знаю я. Может, он мешал ее планам. Наверное, у богатой вдовы больше шансов завладеть моей семьей, не знаю.
Господи, совсем сдурела баба. Лен, твои фантазии, садись писать детективный роман. Свет, у меня дурное предчувствие. Я прошу тебя, пожалуйста, выясни о ней все и как можно быстрее. Слушай, подожди, у меня есть знакомый хакер. А пусть он пороется в компьютере этой Веры. Я тебе скину его номер смс-кой. Хорошо, хорошо. Его Игорь зовут. Прекрасная погода, не правда ли? Я Игорь. Здравствуйте, я Лена. Очень приятно, Лена. Вот, это адрес и телефон той женщины. Этого достаточно? Сможете ее проверить? Да, вполне. А что мне ее в компе искать? Фотографии, переписки, архивные документы. Чем больше, тем лучше. И самое главное, сделать это как можно быстрее. Без проблем? Угу. Алло. Это Игорь. Получили? Нет, пока. Все, что было, выслал. Ничего интересного. Фотки и рабочие документы. Да, сейчас посмотрю. Забронируй мне билет на ближайший рейс. Туда и обратно. Да, сегодня же. Отлично. Спасибо. Алло. Вить, ты на работе? Ну, пока да. Что? Ты не мог бы забрать детей из школы? Мог бы. А что случилось? Просто у меня встреча с психологом. Он попросил перенести время. А, ну, конечно, без проблем. Спасибо. Валя, это я. Это мама. А кто у нее на руках? Откуда у тебя эта фотография? Это не важно. Просто скажи правду, кто этот ребенок. Зачем ворошить прошлое? Да потому что это прошлое влияет на мое настоящее. Тетя Валя, говори правду. Моя сестра не хотела, чтобы об этом кто-то знал. Но она умерла. И ты, конечно, имеешь право знать. Это твоя младшая сестра. Оля. Я так и знала. Почему мы росли раздельно? Лен, мать не вини. Жизнь, она сложная. Я прошу вас, не читайте мне нотации, просто говори по делу. Когда ваш отец погиб, Ирка осталась с двумя детьми на руках. Младшей сестренке было несколько месяцев, и ты совсем кроха, 3 годика. А знаешь, какая жизнь была? Люди месяцами зарплаты не видели. Выживали кто как мог. Вот она и решила. Одну оставить, обеспечить как может, а другую в детский дом, а? На время. И что?
Она просто отдала сестру в детдом? Да нет, не так все вышло. Соседи у нее были бездетные. Вот и предложили удочерить Оленьку. Но при одном условии, что они поменяют ей имя. И чтобы Ира о ней навсегда забыла. А потом эти соседи переехали в другой город. И она забыла. Искала Ира девочку, искала. Но, видно, не судьба. Ира убивалась, во всем себе обвинила. Когда ты подросла, знаешь, как Ира переживала? Что ты узнаешь и осудишь ее. Она все документы уничтожила, все фотографии. Тетя Валя, ну ты-то могла мне сказать, что у меня есть сестра? И предать Ирку? Предать? А ты не просто так приехала? Твоя сестра, она нашлась? Вот и я думаю, Свет, если Вера действительно моя сестра, то все сходится, пазл складывается, понимаешь? Еще себе рожи. Минуточку. То есть она выросла, узнала, что ваша мать ее бросила и решила отомстить. Ты об этом, что ли? Да, да, именно об этом я говорю. Ну, что тебе там мстить? Тебе было 3 года, на тебе греха нет. Свет, я в таком смятении. Если у нее было такое чудовищное детство, то у нее мог случиться сдвиг по фазе, понимаешь? Вот она мне мстит. Да за что тебе-то? Хотя бы за то, что это ее сдали, а не меня. Не знаю, может быть, конечно. Я поздравляю с новоприобретенной родственницей. Что делать-то будешь? Для начала хотя бы убедиться. Для этого есть один способ, это анализ ДНК. А потом я буду думать, что делать. Сейчас. Побежала она тебе анализ сдавать. Никто не собирается спрашивать у нее согласия. Слушай, подруга, я тебя недооценила. Ты мужу-то не собираешься рассказать? Для начала я должна сама убедиться, что она действительно моя сестра. Ну и что сказал твой психолог? Прописал смирительную рубашку. Лен, я серьезно. А если серьезно, то я ни с кем не могу обсуждать наши беседы. Даже с тобой. Спасибо. Ладно, хорошо. Главное, чтобы они шли тебе на пользу. Ведь все будет хорошо. Ты мне лучше скажи, как Вера? Хочешь, угадаю? Она очень переживает, да? Представь себе, да. Кстати, тебе тоже нужно было быть на похоронах. В такие минуты надо забывать о разногласиях. Ведь я с тобой абсолютно согласна. Мы завтра же поедем к ней, и я выражу ей свое соболезнование. Ты правда этого хочешь? Ну, конечно. Хорошо. Позвоню Вере, поедем. У Дениса были проблемы с сердцем? Да, он жаловался часто на боли в груди. Я несколько раз пыталась его отвезти к врачу, но ты же знаешь, с мужчинами это практически невозможно. Шутил, что врачи запретят ему пить, а для него проще умереть. Вот и дошутился. Никогда не знаешь, что ждет тебя в следующую секунду. Да. Жизнь такая штука непредсказуемая. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Я? Да, все хорошо. Записалась к психологу. Следую его советам. Работаю над собой. Ты знаешь, я думаю, что все будет нормально. Да, это главное. Я сейчас это поняла, когда Дениса не стало, что главное не быть одинокой. А когда его не стало, я чувствую себя очень одиноко. Ты знаешь, я думаю, что у тебя все наладится. Прости.
где у тебя здесь туалет? Вверх по лестнице и налево. Проводить? Я забыла, ты же у нас была уже. Ну да. Прекрасно понимаю, чего тебе стоило прийти сюда и выразить мне соболезнования. И даже если это была формальность, все равно спасибо. Возможно, у тебя были свои причины не доверять мне, ты чувствовала опасность. Я не смогла тебя переубедить, но видит Бог, я не хотела раздоров. Я не хочу ничего вспоминать. Я хочу все изменить. Ну, конечно, Машенька. Продолжай. Прости, мне нужно ответить. Алло. Здрасте, Лена. Беспокоит Лев Ильянович, адвокат Макарова. Ну, фаермена. Мы можем сегодня встретиться? Да, конечно. А что случилось? Дело в том, что я не принял ваши слова всерьез в нашу первую встречу. Но теперь появились новые факты, и, кажется, вы были правы. Значит так, когда я, по вашей просьбе, показал Макарову фотографию Веры Антоновой, он меня заверил, что он ее не знает и что они никогда не встречались. Но, правда, он солгал. Вы уверены? Уверен. Я навел справки. Дело в том, что Антонова и Макаров, они были сотрудниками одной фирмы и даже сидели в соседних кабинетах, дверь в дверь. Зачем он лгал, я не знаю. Может, влюбился в нее там или вообще какие-то другие причины. Словом, вы мне поможете, если все расскажете, что вы знаете об этой Антоновой. Какие у вас основания думать, что это именно она наняла моего клиента взломать ваш аккаунт? Давайте поговорим об этом завтра. А что изменится завтра? Вы еще уверены, что Макаров действовал по наущению Антоновой или нет? Я уверена. Сегодня я не могу об этом говорить. Завтра. Действительно поверила в том, что ты пришла мне соболезновать? Или не заметила, что расческа пропала? Вычислила, молодец. Сама меня вынуждаешь. Вер, я зла тебе не желаю. Mm-hmm. Я очень рада, что у меня есть сестра. Рада она. Рада, сестренка? Ой, я сейчас разрыдаюсь. Не дождешься. Едем к тебе. Да ты что, с ума сошла? Делай, что тебе говорят, дура. Ты что, думаешь, что я не выстрелю? Не нажму на курок, да? Ствол законный, я купила его для самообороны. Все знают, что ты слетела с катушек от ненависти ко мне. А кто удивится, если я влеплю тебе пулю в башку, а? Понятно? Пошла в машину. Хорошо. Я сделаю то, что ты скажешь. Вот и славно.
Выходи из машины. Макарова ты наняла? Догадливая ты какая у меня. Этот кретин всегда был в долгах. А мне, как видишь, везет на кретинов. Выходи из машины. Вера, не делай этого. Ты же моя сестра. У меня никогда не было сестры. И не будет. Ты меня не зли, тварь. Пошла. Пишешь предсмертную записку. Мол, устала от жизни, не хочешь мучить мужа и детей. Собираешься умереть. Коротко и конкретно. Поступим с тобой гуманно. Выпьешь вот это. Верочка, пожалуйста, выслушай меня. Заткнись. Заткнись! Ну за что? За что? Если бы я знала о твоем существовании, обязательно тебя нашла. Поверь! Мне тебе поверить? Ну, поверила. Дальше что? Ты хоть на секунду можешь представить, что я испытала? Отчим постоянно меня насиловал, а мачеха молча смотрела, а потом била. Я случайно узнала, что эти садисты мне не родители. Господи. Господи, неужели это правда? Ну почему ты не заявила в полицию? Полиция? Да. Я же ребенком была, дура. Да и к тому же, он держал меня в страхе. Ему-то убить ничего не стоило. Вот так, сестренка. Тебя в детстве любила мамочка? Меня извращенница. Почему ты все это терпела? Почему ты не сбежала? Терпела, потому что хотела жить. Но этот урод со мной сполна расплатился. Господи, какой ужас. Ужас? Ха. Ну да, ужас. Когда мне исполнилось 18, я устроила аварию своим милым приемным родителям. Потом я распродала все имущество отчима и уехала в Москву. Думала, заживу нормальной жизнью, как все, забуду этот ад. А у меня не получалось. Почему? А потому что мне все время не давал покоя один только вопрос. Что это за родители у меня такие были, а? Которые отдали меня в руки таким людям. Я что, щенок? Или я вещь? Я предмет какой-то ненужный? Кто дал право? Я хотела покоя, только эти мысли все время не давали мне покоя, выжигали мне мозг. Я стала искать. Долго и упорно, а я это умею. Верочка, если бы только мама знала. Почему же она не узнала, интересно? А ты знаешь, что ей повезло, что она сдохла раньше, чем я ее нашла? Нет. Какое же разочарование-то, а? Получается, мне некому было уже мстить. И тут мне повезло. Мамин сосед. Старенький фотограф, очень общительный старичок, подарил мне фотографию, на которой, кроме мамочки и меня, была изображена еще одна милая девочка. Я была счастлива. Я знаю. Я знаю фотографию, о которой ты говоришь. Я нашла ее в твоем ноутбуке и сразу все поняла. Верочка, все может быть совсем по-другому. Сестра, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
компьютер, делаешь успехи. В общем, как я тебя нашла? Я стала за тобой следить. И какой контраст. У тебя есть все. Любящий муж, славные дети. И никаких угрызений совести. Да не знала я ничего, тебе клянусь. Не знала. А должна была узнать, дрянь! Почему же ты не спросила у нашей мамочки, где моя маленькая сестренка, почему ее с нами нет? Да как я могла узнать? Я была слишком маленькой, я ничего о тебе не помню. Не смей оправдываться, этим меня не проймешь. Я в вашей жизни была, а потом меня не стало, вот и все. Господи, но ведь были же соседи, была тетя, всем было на меня наплевать, никто не стал меня искать. Ты получила всю любовь нашей мамочки, а я получила многолетний ад. Нет, пожалуйста. Ладно. Ты умрешь, я заберу твою семью, которой у меня никогда не было. И вот это будет справедливо. Пиши. Пиши. Зачем ты убил Дениса? А просто сравнила твою жизнь с Витей и свою с Денисом. Расстроилась? Милая, но все это в прошлом. Все можно изменить. Сидеть. Пожалуйста. Сидеть! Забыть весь этот ужас. Слава богу, что у меня были деньги на разных там психологов и всяких экстрасенсов. Ты не поверишь. Ты знаешь, один шаман как-то сказал мне, вы успокоитесь и заживете счастливо только тогда, когда отомстите. Отомстите за свои страдания. Нет. Понять и простить. Чушь! Матери не получилось отомстить, а тебе ответить придется. Нет. Нет. Ничего не изменится. Ты этим ничего не изменишь. Это будет всего лишь очередная смерть на твоей совести. Ты будешь ходить по этому адову кругу, как горящий человек. Это ничего не изменит, Вер! Все изменит. Все. Витя меня любит. Я это знаю. Хотя он и делает вид, что это не так. И твои дети меня тоже любят. Слушай меня. Я задний ход уже не дам. Поняла? Так что или ты пишешь и глотаешь таблетки, или я избавлюсь от твоих детей. Я это сделаю. Ты же знаешь, что сделаю. Пошла. Быстрее. Быстрее! Свое счастье не построишь на чужом несчастье. А я попробую. И я думаю, что у меня получится. Может получиться. Только без тебя, Лен. Глотай таблетки. Или я убиваю твоих детей. Вера!
здесь делаешь? Вера, опусти пистолет. Вера, не делай глупости. Послушай меня, Вера. Вера, послушай меня, Вера. Мой телефон подключен к видеокамере на нашем доме. В онлайн-режиме. И когда камера фиксирует какое-то движение, мне приходит сообщение. Когда вы подъехали к дому, я видел это. Я все это записал, ты слышишь меня? Сюда едет полиция, опусти пистолет. Вера, не делай глупости, слышишь меня? Вера! Витенька, Витенька, береги, пожалуйста, я прошу тебя, это же... Что ты наделала? Бросай пистолет, живо! Все будет хорошо. Врач же сказал, что ничего серьезного. Она же могла тебя убить. Витенька, ты спас меня. Никогда не прощу себя, что не верил тебе. Дети. Кто детей заберет из школы? Миленький, я со Светой договорилась. Хорошо. Привет. Я на тебя не сержусь. Выдержишь, можем попробовать все заново. Если ты захочешь, конечно. Мы же все-таки сестры. Нет у меня сестра. И никогда не было. Знаешь, я в детстве загадывала, чтобы у меня была сестра. Я бы все ей отдавала. Все платья, все секреты. Делила бы с ней горе и радость. Теперь у меня есть ты. И даже если я для тебя не существую, я все равно рада, что ты у меня есть.